Зона для гостей с информационным центром, студии изучения астрономии и космонавтики, экспозиционные и выставочные пространства. В Самаре продолжается строительство планетария. Он станет универсальной городской площадкой для проведения массовых мероприятий и форумов. Подрядчики уже провели укрепление стен котлована, приступили к выборке грунта для устройства плиты фундамента. Какие работы будут завершены до конца этого года, узнали наши корреспонденты. Жительница Октябрьского района Ольга Родина осматривает строительную площадку значимого для города объекта и уже представляет, каким станет будущий планетарий Самары. По проекту здесь появится здание, в состав которого войдут 5 этажей, 2 подземных и 3 с эксплуатируемой кровлей и площадкой для наблюдений, а также звездный зал на 228 зрительских мест, киностудия, учебная аудитория, гардероб, кафе, магазин сувениров и удобная парковка для посетителей. Очень рады тому, что начали строить планетарий, который мы ждем с нетерпением, так как планетарий будет являться городской площадкой для проведения всяких различного рода мероприятий, таких как культурно-познавательные конференции, форумы. Причем, как вот я полагаю, что эти форумы и конференции будут иметь масштабы не только города, но и региона, но и всероссийского и международного значения. Подрядчики уже завершили работы по укреплению стен котлована буросекущими сваями, установили металлические расстрелы. Это необходимо для безопасного производства работ и дальнейшей эксплуатации здания. В настоящий момент подрядная организация приступила к выборке грунта под устройство фундаментной плиты. До конца года планируется завершить работы по устройству фундаментной плиты и 2 подземных этажей. Трудности, значит, у нас сейчас мы никакие не испытываем. Мы идем по графику и надеемся, что данный объект сдадим все вовремя, без отставаний. В планетарии расположится информационный центр, студия изучения астрономии и космонавтики, экспозиционные и выставочные залы. Объект создаст новое городское пространство, площадь 3 музеев, который объединит филиал Третьяковской галереи, музей Самара космическая с планетарием и музей рок-н-ролла. Сдать планетарий в эксплуатацию планируют к концу 2024 года. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События.